Всем привет, дорогие подписчики, с вами снова я, Диман, и это новенькая серия реальной жизни. Друзья, просто вот сейчас посмотрел свой ноутбук на канал и на видос, я просто реально немножечко сейчас нахожусь в шоке, потому что набрали 3000 за первые там часы. Это офигенно, я как обычно со своим офигеннейшим... Витос? А, вот. Да? Да, нет. Со своим офигеннейшим сыном... А что у тебя с руками, ты где их порезал? Да, нормально все. Ты что, малину рвал, походу, или что, блин? Порез на руке, или ты... Да, нормально все, нормально. Я понял. Короче, пацаны, блин, ну это реально круто. Вы набрали, блин, 3000, и просмотров там реально, кстати, намного больше, чем на предыдущих. Поэтому, ребят, давайте вот прямо сейчас мы также все повторим. 3 штуки за 5 секунд просто сейчас навалили, и будет просто все шикарно, и я вас реально очень сильно обожаю и люблю. Вот. Сегодня, короче, друзья мои, у нас немножечко проблема, как вы помните, по предыдущей серии. То есть мы хотели обмануть, короче, одного чувака именно перед этого копа. А вот, но у нас ничего не получилось. Он нас, в принципе, вот тут вот принял, получается. Да, я еще и тачку разбил, но мы, в общем-то, ее сдали. Все, да, больновато было коленки. Да, короче, суть в том, что он сказал, что мы не получим свою свободу, если не вернем 2 тачки одному арабу. Я думаю, каждый сейчас понимает, в чем дело, да? Именно к тому арабу, у которого мы угнали наши машины. Именно наши машины. Именно у араба. Вот, мы тут с Серегой сидели, думали, и Серега предложил одну маленькую идейку, рассказывай. Короче, тут такой план, можно эти машины, ну, блин, как бы это грустно не звучало, но можно их сжечь и сделать вид, что угонщики их сожгли, и мы тут типа ни при чем, все. А я предлагаю, друзья, взять все-таки другие кузова, то есть просто, ну, либо же где-то на свалке, либо же где-то в металлоломе, просто взять кузова и, короче, поджечь их, спалить, снять несколько снимков и кинуть арабу. Я же думаю, он тупой, он не поверит, что это не его машина, и просто все эти машины сгорели. Вот, то есть, можно, чисто, ну, надо будет, конечно, поискать эти кузова, тем более там, получается, после рестайлинговые получаются, не там, если я не ошибаюсь. Короче, ребята, сейчас надо этим как раз-таки заняться. Короче, сын, давай, наверное, все-таки в интернет, смотри, короче, на Авито, там, где-нибудь интересные такие вот кузова, может, где-то кто-то продает поблизости, вот. Может, по свалкам города погоняем? Я позвоню сейчас на свалки города, чтобы мы не просто так катались, и если я там найду, в общем-то, какие-то подобные нужные нам машины... Окей, я пошел на Авито. Да, ноутбук как бы здесь. Мог спокойно с ноутбука, а не с телефона. Ну ладно. Короче, пацаны, ладно, я сейчас, короче, повобью несколько свалок именно нашего города и найду номера, чтобы позвонить именно хозяевам, ну и спросить. Может быть, конечно, у нас получится. Если же не получится, будем делать или думать, что делать дальше, вот. То есть как-то такая вот немножечко плохая ситуация получилась. Я вас понял, давайте, короче, я буквально там через полчаса подъеду, вы, главное, не выкидывайте этот кузов, и я его заберу. Все, давай, удачи. Так, что у тебя там, в порядке все? Короче... Да, я кузов этого нашел на Авито, этого, Геттера. А я Шевроле, как раз таки, на свалке валяется, слышь? Только он, отлично, конечно, не желтого цвета, но я думаю, краска выгорит и будет все нормально. А ты на сколько договорился по времени встретиться? Через полчаса, а ты? Я на 4, получается, где-то через 1:30, как раз успеем. Ну все, короче, давай тогда не будем терять времени, сейчас вызываем таксиху и отправляемся, короче, на свалку и смотрим, зачем, что там таксиху, есть. Зачем таксиху, если у нас аренду, или она сломана? Мы же ее сдали вчера буквально, ты чё? Блин, что-то я совсем уже забылся. Короче, ладно, звони, погнали. Давай, давай, звони. Давай, я иду на рекорд. Уже 10-ку, Флэппи Бёрд, давай. Да, а, блин. Прикалываешься? Где такси наше? О, смс пришла, сейчас где-то должен подъехать. Ага. Блин, ты меня сбил, я почти Флэппи Бёрд рекорд свой побил. Пойдет, потом побьешь, блин, такси со мной ехать где-то, не знаю, 7 км туда. О. О, вот и он, отлично. Короче, пацаны, вроде бы договорились на 1000 баксов за именно кузов, тем более он просто валяется. Здрасте, вот. На свалку автохэн можно за 150 баксов? Ну все, отлично. Вот, то есть, ребята, сейчас договорились по поводу кузова, именно где-то за 1000, собственно, я не знаю, Витос, слышь? Mm. А как мы его вытащим? Он же, получается, наверное, без колес же, без нихера там стоит, слышь? Ну такое... А, пожалуйста, зайдите по пути еще, наверное, на аренду тягачей, вот. Не, давай сначала, можете... подожди, давай сначала посмотрим на кузов, а потом уже порешаем. Хорошо. Вот, потому что хрен его знает, что там. Витос, ты веришь, что мы вообще сюда приехали? Это та свалка? Чё тут, мне да, кажется, она нет. Тут где-то, вон, слева, тут слева, слева, нефтяные. Налево поверните. Да, куда ты едешь? Таксист, назад едь, или что, или я... Да туплю. Там была она сзади, слева, да. Господи, как вы в такси вообще работаете? Маршрутов не знаете, свалок не знаете, нихера не знаете.
Бомжевали, не больше, такси же. Вон, слева, снизу, видишь? Съезжай как-то тут, я не знаю, блин. Пацаны, такое, короче, едем уже где-то полчаса, вот, ей-богу. Немного приустали, и нам уже через час нужно отправляться за следующей машиной. Мы еще не знаем, что делать с этим кузовом. Блин. А, вон, все. Вон, видишь, свалку, короче, давай где-то тут паркуем. Вот, мы сбегаем, посмотрим, потом, короче, не отъезжай, оплатим тебе. Вот, видос, все там бабки оставили же? Да, да, да. Пошли. Конечно, мы еще оплатим. Слышишь? Слушай, мы же не будем ему платить. Ты что, уехал долго, бесит. Да какое... Какой-то там, не знаю, опять там с хером, короче, другой вызовем, блин. Ну, сейчас порешаем, подожди. Так, подожди, тут что в ангарах? Так, тут нету, я не вижу ничего похожего. А, здравствуйте, а у вас тут, да, вот мы звонили вам насчет Шевроле, нету, не? А, там, да. Слышишь, я где-то, я тут знал. Я тут обхожу, вот, а, я вижу иди тебя. Сюда. Во. А, вот, я вижу. Сюда показали. Ну да, не говорили, типа она не оранжевого, а черного цвета, но чисто кузов, А, ну она после аварии, я понял, она перевернулась. Блин, ну слушай. Заведется, нет? Подожди, я подшаманю сейчас, подожди. А ну попробуй, погазуй. Давай. О, в порядке, да аккуратно ты. Там получается, да слышишь, ладно, тросик спал. Садись тут, собаки, садись. Где? Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, Рекс, тихо-тихо-тихо, я сажусь. Короче, там тросик спал, но вроде бы, слышишь, давай аккуратно, потому что она полностью сейчас развалится нахер. Пошли, я не хорошо знаю, таксисты сейчас а спают. Там тут у таксист. У тебя бабло осталось? Блин. А погнали. Валим отсюда нахер. Все, пока. Еще поедет, блин. А ладно, бесплатно. Блин, он сам тупанул. Он нас возил, блин, я заколебался ждать, пока он нас привезет. Короче, слышишь, давай мы ее сейчас, не знаю, где-то на лед. Где он? Поехал, уехал. А, уехал. Да, да. Короче, смотри, нам нужно сейчас найти какую-то площадку, где мы их будем жечь. Ну вот, оставить эту машину и поехать смотреть тот кузов. Ну, я думаю, там тоже должно быть в порядке все. Ну, ты понял, да? Да, конечно, да, ребята, да, не будем затягивать, в общем-то, сейчас посмотрим, что где. А, ну и потом продолжим. Это пиздец. Тихо, фак, тихо, тихо, аккуратно. Блин, тормозов пацаны, нету. Фак. Короче, у нас тормоза отказали. Слышь, вырубай заднюю, вырубай заднюю. Резко. Нормально. Так, давай теперь первую, да, вот. И давай аккуратно сейчас где-нибудь, слышишь, под мостиком где-то оставим ее. Вот там, давай под тем мостом. Давай, 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 давай. И главное, знаешь что, чтобы, короче, ее никто не стыбзил и... А, так мы сейчас все сделаем нормально, пацаны. Сейчас просто перерубаем все эти провода, и она точно тут никогда в жизни не заведется. Да, давай, наверное, тут оставим как раз-таки этого гетера тоже сюда подгоним. Сейчас, подожди. Я пойду... А, ну, можешь глушить, в принципе. Сейчас провода повыдираем половину, чтобы она точно не завелась. Ты можешь, кстати, колеса попрокалывать как раз. Пацаны, короче, все в порядке. Там что-то она дымиться стала. Это просто каждая. Вот, сейчас Серега, алло, здравствуйте. Витос, короче, звонит. Можно этот такси на вот этот примерно, знаете, где этот мастерская Лестера, короче, вот туда вот пришлите, пожалуйста, такси, все, ждем. Алло, да, я слышу, я сказал. Вызвал, да? Все в порядке. Да, ты, я надеюсь, не в то же позвонил, как этот. А то мудло, он уже приедет. По-моему, в ту же фирму я позвонил, по-моему, тот же номер набрал. Ты дурак! Да ладно тебе, прокатит, пошли. Пошли, конечно, сейчас спрячемся, если он приедет, это будет просто попадалово, это будет ГГВП, блин, я буду от него реально убегать, потому что, блин, пацаны, ну кинули, да короче, таксиста. Ну, ну, сами понимаете, бабла нету, то есть бомжи мы немного, вот, поэтому надо как-то все-таки двигаться. Так что, сейчас ждем, смотрим. Сейчас какой-нибудь Лада седан приедет, баклажан будет нас за 300 возить. Ну да, 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 сейчас, подожди. Давай, надо, слышь, а я отсюда буду наблюдать. Ты куда побежал? Я отсюда буду. Ну давай, короче, хорошо, я где-то... Я вот за эту коробку стану. То есть, если сейчас он приезжает, это пиздец, убегаем, короче, пацаны. Слышишь, видос? Да, это Гарри Поттер Стрит, короче, дом один, хера, короче... Ну вы поняли, езжайте, в общем, вы знаете, тут улочки, там, как их смешно называют, там давайте. Там какая-то машина раздолбанная стоять, вот, возле двора, я думаю, ты разберешься. Ну тут сейчас нормально. Прямо на мост, короче, там после моста налево и там. Слышь, по прямой. Слышишь, видос, а что по деньгам, да, у нас осталось? У нас 3 штуки осталось. А чё за кузов такое, он просит? Такое. За кузов он просит около 2. Я понял. Слушай, ну, я думаю, мы договоримся, скинем цену хотя бы до рубля. Ну, давай посмотрим, в каком он состоянии. Да я тебе говорю, мы их все равно будем полить чисто для этого, ну, для шоу, там все дела, короче, вот. То есть все в порядке будет. То есть, ну, как бы нахер не нужна, я думаю, попробуем. А, сэр, тут сейчас направо поворотик будет. А что, тут долго вообще ехать, слышь? Не, чуть-чуть осталось. Прям около дома бабушки с дедушкой. Сэр, тут направо.
А можете поспешить, таксист, пожалуйста, мы просто спешим, ей-богу, вот. Да. Спасибо большое. А, кстати, ребят, по поводу Андрюхи, Андрюха там что-то своими делами занимается, вот, он... Подожди, это что? Вот, поэтому он не смог сегодня записывать с нами, так что, ребят, это, не особо огорчайтесь там, ну, я думаю, что скоро он вернется, все будет порядок. Слышь, а где... А что за дом-то? Там он какой-то третий дом. Ща, короче, ща найдем. Подожди. Где-то тут. Подожди. А, ну он там как раз дом на это, родителей. Угу. Так, ребята, подождите. Опа. А, вот. Остановить, пожалуйста. О, нормально. Слышь, мужик, давай, короче, подожди, мы тут посмотрим. Вон, нам уши. Да, нужно. Мы еще расплатимся, секунду. Да, в порядке все, жди. Так, Витос. Я надеюсь, что расплатимся. Слышь, да он еще в порядке. Я пошел звонить. Давай. Открывай. Ну, пожалуйста, ну скиньте, ну я в Африку этот гетер детям по бизоне его кушать будут. Знаете, как дети голодают там? Ну, пожалуйста, ну скиньте, ну там дети реально голодают. Ну, я в Австралию повезу там кенгуру там. Он, ну, пожалуйста, скиньте, ну давайте. Ты 1500, хорошо, ну, пожалуйста. Я не тупой, там на самом деле все голодают, да. Вы что, вы не хотите помочь детям? Все понятно с вами. Убийца детских мечт. Короче, я договорился за 1500, он наш. Серьезно? Да, я надеюсь, ты не записывал там просто, как я договаривался. Дети в Африке голодают. Нормально. Я в Африку повезу. Тихо, пойду деньги отдам. В смысле, блин, гетер в Африку, пацаны, вы серьезно? Голодают из-за гетера. Вот, держите ваши 1500 и не будьте больше таким хамом, спасибо. Так. Все, пойдем. Дай ключи-то, я попробую хотя бы завести, он вообще едет. Давай. Проверяй. Так, пацаны. Нормально. Слышь, тут дверь заклинила. О, а это работает. А, та нормально, да? На, слышь, на, бери ключи, заведи. Попробуй сядь через правую, давай, я эту попробую сейчас выбить. Садись. Слышь, это тоже заклинило. Слышь, короче, на, знаешь что? Короче, едь к тому месту, потому что я не могу дверь открыть, и реально заклинило. Едь тогда канистру покупай, чем поджечь там спички, что-нибудь типа этого. Все, давай, короче, там встретимся, я скоро приеду. А, слышь, подожди, дай мне. На, деньги на такси. Да. Ну, хватит, да, хватит, все, порядок, давай. Так. Дама отошла. Молодой человек, слушайте, нам нужен магазин оружейный. Давайте по-быстрому сейчас приедем. Мы обратно как раз-таки на ферму. Ой, на ферму, на мастерскую Лестера. Все, давайте. Ну все, спасибо, мужик. Давай, удачи тебе, не хворай. Так, ребят, короче. Купили мы канистру с бензином. Вот она. Слушайте. Слышите? Вот, то есть, я не знаю, ну литра, наверное, 4-5 будет. Так, надо сейчас, короче, найти Витоса. Он где-то, по идее, здесь должен быть. Я надеюсь, что все у нас получится. То есть машины сгорят дотла. И это как раз-таки будет хорошим вариантом для фотографий. Так, аккуратно, отлично. А, вот они, слава богу. Витос! Витос! Ваше благосудие. Я купил! Витос, смотри, я купил, о, короче. Порядок? Слушай, смотри, я тут немножко бампер задний приначил, пока ехал. Порядок, пойдет. Короче, пацаны, у нас бутылка. Ну, там было где-то, не знаю, в той канистре, где-то, наверное, литра полтора все-таки. Что-то мало, вообще мало. Вот, то есть мы заполнили бутылку и подожгли. Короче, сейчас либо оно взорвется, либо же заразу будем мы как-то топить или что-то делать с ней. В общем, давайте попробуем все-таки как-то обкинуть ее и посмотрим, что будет. Воу! Ты жив? Витос! Ты жив? Твою мать! Твою мать! А, ты жив? Это было красиво. Да, у тебя ранение, слышишь? Делай... Витос. В порядке? О, ну такое, слушай. Можешь сфотографировать эти машины? Давай, наверное, отправимся в больницу. Они прям через меня пролетели. Я вижу, это пиздец. Всё. Фотографируй это, давай, наверное. Готово. Вот. Теперь готово. Эту? Пошли сюда, слышишь? Чисто вот отдали так сфотографировать. Где ты? Вот сюда. Фотографируй сдали. А я сейчас... Да, блин. Так, ребят. Сейчас, подождите-ка. Так. Готово. Сейчас, сын, пожалуйста, подожди. Готово. Что-то спать хочется. Сейчас.
Алло? Скорая, срочно, необходима машина, тут тяжелейшее ранение, сколы, короче, к лаборатории Лестера, срочно, буквально у вас там, пожалуйста, быстрее, у вас пару секунд. Пацаны. Такое. О, еще дождь пошел. Короче, забрали Тоса, сказали, что вроде бы ничего серьезного. Некоторые ранения, там, короче, зеленка его там йодом залили. Вот, но сказали, нужно провериться, там всякая кардиограмма, диаграмма, короче, я хер знает, что мы будем делать, ну, где-то, не знаю, но полдня он точно пролежит. Вот, по поводу машин, ну, вроде бы сгорели, то есть, видите, такие вот обгоревшие, и... Нормально, мне понравилось. Так, и как раз таки, о, пацаны, слава богу, Геттер синий, а эта дрочь, она, типа, черная, короче, она, типа, выгоревшая, то есть, должно получиться. Короче, пацаны, я сейчас, наверное, отправляюсь в больницу к Сереге, вот, да, опять же, наверное, на такси, тем более, у меня тут несколько сотен осталось. А надо будет сейчас фотки кинуть по вайберу именно Андрею, чтобы он скинул тому чуваку и чтобы попробовать, в общем-то, именно провести этих арабов с тем чучелом, что типа машины сгорели, я не знаю, пацаны, если получится, это будет просто офигенно. Вот, на этом я, наверное, закончу, ребята. Вот такая вот серия, блин, немного, конечно же, не повезло нам, ну, точнее, Сереге, вот. Так что, короче, ребята, если вы хотите, чтобы Серега выжил, чтобы все было в порядке, давайте 30 штуки наберем. Вот. Также подписывайтесь на его канал, ребят, ссылка будет в описании. Ребят, вот реально просто перешли, поддержали, поставили лайкосик, посмотрели видосики, короче, все ссылки будут в описании. Всем удачи, ребята, всем пока, всем спасибо за просмотр, приходите завтра, опять же, в это же время, на новую серию.